Хей, йогли, с вами Шимки, мы продолжаем Bloodstained проходить игрулечку. Мини-кастельвания, так сказать. Да, по объему именно самой игры, то есть в плане по записи, сколько она весит, да, сколько она забирает. 80 гигов у меня будет выходить одна серия, поэтому это не на очень долго. Только будь осторожней, надеюсь, ничего не случилось. С ней, значит, наша... Рвантель. Опа, этих я ваншочу уже, все. Это очень хорошо. Извини, я не хотел вас так добить, честно. Ну, благодаря этому мечу я могу атаковать врагов, которые сверху. И он достает. Так, кстати, мне хочется снаряжение посмотреть, мне что-то дали. Так вот что. А я видел, что мне дали. Походу мне один и тот же предмет дали. Походу так оно и есть. Ладненько, что мы тогда еще делаем? Архивы. Демоны. Смерть. Так, костяной смерть. Смерть, подчинявшая себя человека и уничтожишь при этом его плоть. Крыса-гигант. Чудовищный грызун, который сопровождает свиток крыс. Поменьше. Так, есть только один нюанс, я не нашел пятого. Скорее всего, в самом конце, да, тут боссы. То есть у нас с вами будет, если это 10, 11... Короче... 18 боссов. Вепар. Морской демон, призывающий бури и обрушивающий корабль в бездну. Что значит подтвердить? Вон ну что. 557 опыта. Ну, в принципе, нормально. А так у нас 14. Ну, это плюс один благодаря не знаю чему-то, наверное. Архивы. Шарфы почти все уже изучены. Блин, мне бы сохранялку где-то найти. А, у нас стильный справочник, кстати, улучшился. Чем ты на хаме такой же? У нас меч есть. Или канон это ноги? Тогда плохо. Спасибо, Мириам. Ты знаешь, кто я? Это значит... Да, но так... Извини, что задержался, Доминика. Так это она, наш связной. Да, меня послала церковь. Ты экзорцист. Нам повезло, что ты здесь, Доминика. А церковь, что ты здесь, Мириам? Спасибо, что привела ее... Так, ее сюда. Йоханнес. Боже, не тяжелое имя. Йоханнес. Ты бы не попросила, если бы это было бы важно. Но расскажи, зачем вам нужна ее помощь? Парень не боится опасности. Но она заслуживает знать все, что ты можешь рассказать. Да, согласна. Я же говорил вам, что Скролки Джибель призвал замок и его демонов. Да, тут двух мнений быть не может. Он сам это признался. Что? Вы говорили с ним? Тогда позволь сразу перейти к делу. Мне кажется любопытно, что появился демон из-за одного скольчика. Совпадение с внезапным пробуждением другой скольчицы спуска ровно 10 лет. Ты права, это странно. Но не может же церковь взять и втянуть Мириам во все это из-за совпадения. А, так ты собирал решать из... Её. Я попросила тебя привести ее, чтобы она помогла увидеть ужасы, которые обрушила на деревне, и сделать выбор сама. Я не собираюсь втягивать тебя в это силой, Мириам. Тебе не придется, я даже Джибели слова не оставила его. То, что здесь произошло, только укрепляет мою решимость. Спасибо, Мириам. Мне жаль, что это бремя ложится на твои плечи. Извините. О, привет, ты в порядке? Мы тебя не заметили. Я в порядке. Спасибо. Пожалуйста. Как тебя зовут? Энн. Какое красивое имя. Но, милая Энн, здесь опасно. Пойдем-ка отведу тебя кое-куда поспокойнее. Ладно. Давай за мной. Сюда. Все, я могу ходить. Так, здесь есть...
Такое местечко, типа алтаря, я не знаю, он не ломается. Ну, довольно выглядит нормально. Игруля. А, справочник. Архивы. Демонология. О, я мог просто зажать. Так, стоять. Мне нужно архивы. А, заметки по алхимии. Топ. Как вернуть экс? Справочник. Ранги. Гильдия алхимик, афанская лоба, демона розоманы. Яркая фиолетовая роза, которую можно найти, так, ломая подсвечники и бра. Подберите ее, чтобы получить намного немного ом. Люди, Мириан, Джибель. Мириан, так это было, Джибель это было, Йоханс был, Доминика. Экзорцист, который церковь отправили в Зангецу исследовать демонический замок. Так, Доминика знает, кто такой Йоханнес и Мириан. И попросила Йоханнеса привести Мириан в Арвантвилле, где она устроила форпост. Она просит Мириан, чей талант она сразу видела, отправиться в Джибель и велит Зангесу забраться с другим пришельцем. Возраст 25 лет. Гремори. Одна из 72 демонов Соломона никогда не оставляет Джибеля без защиты. Энн Нуайлс. Девочка, чьи родители были убиты демоном из замка при атаке на Абервель. Доминика спасла ей жизнь и решила присмотреть за ней. Энн Джибель, так. И всегда готова помочь, хотя иногда может быть слегка неправляемый. Возраст 12. А, класс. То есть мы ее уже взяли, хотя по сюжету этого еще не было. Да? Мы только ее спасли, по сути. Я тут посмотрела, и это место кажется безопасным. Согласен. Йоханнес, мы с тобой, и она останемся здесь. Мириан должна спокойно... Так, спокойнее, пока мы в безопасности. Что? Не можем же мы отправить брат в замок в одиночку? Не глупи, ее учи драться. А тебя? Мы будем только мешаться. Дело в том... А все нормально, Йоханнес. Не волнуйся за меня. Ох, ладно. Мы будем здесь, если понадобимся. Не будь тряпкой. Так, не будем терять время, у нас полно дел. Возвращайся, если что-нибудь понадобится. Я устрою тут мастерскую, чтобы помочь так быть алхимией. Спасибо, Йоханнес. Не знаю, ты сильная, но осторожнее, ладно? Обязательно. Окей. Так, то есть они расходились в разные комнаты. Справа у нас будет мастерская, слева я не знаю. Это у нас обычная закрытая дверь. Окей. Фунук. Пулевой камень. Или... Подождите. Снаряжение. Па-пам, па-па-пам. Тихо. Shift. Пулевой камень. Реликвии, отправляющие вас куда хотите, требуют сосредоточения. Это то, что все у нас находится. Сахар. Отслатитель нужен для приготовления десертов. А темно-красные овощи, которые кладут куда угодно, от салатов до жаркого. Морской, так, деликатес, который лучше всего идет сырым. Чем он свежее, тем лучше. Кукуруза, которая сохраняется для посева, позволяет вырастить больше кукурузы. Лист, который сохраняется для посева, картофель, который сохраняется для... Позволяет вырастить больше риса, соль позволяет увеличить урожай. Дальше что у нас? Бронза. Металл, имеющий цвет при добавлении олова. Так, хлопок. Ткани из растения проще, хорошо впитывает влагу и даже... Так, дает коже дышать. Галит. Соль, извлеченная из камня. Вяз. Дешевая древесина. А скрученная конечность. Ветка, продолжающая бить как бешеная. А слезы чудовища птицы. Таинственная священная жидкость. Тетящийся. Крысиные зубы. А, вот что мне тогда выпало. А, резцы огромной крысы. Пушечный лом. Осколки разрушенной пушки. А, это, походу, из которой выпали у нас из того. Карта Голиона. Карта Минервы. Окей, все. СУЦ. Дырки есть? Нету. Давайте тогда сюда сходим. Что здесь?
Доминика, что это за механизмы? Это фотографическое оборудование, над которым мы работаем. Фотографическое? Если в других словах, то я думаю сделать снимки реальной жизни, пейзажи людей. Что? Правда? А можно мне попробовать? Увы, нужно бромид серебро, а его у меня нет. Попробую найти, скоро вернусь. Знаете, типа, тут уже будут мои фоточки, ничего себе. О, я вам жизнь обязана. Здравствуй, мисс, вы выглядите прекрасно, как всегда. Мириам, добро пожаловать, ты тут впервые, так что давай я немного расскажу про пункт снабжения. Да, пожалуйста. Я кое с кем поговорила, и теперь ты можешь тут покупать и продавать предметы. Опа, я бы рада давать тебе все бесплатно, но мы тут практически отрезаны от церкви, поэтому мне нужны деньги, чтобы пополнять припасы. Надеюсь, это ничего. Конечно, я понимаю. Я ценю твои усилия. А еще я могу покупать у тебя ненужные осколки. Подожди, разве торговые демонические осколки разрушены? Да, конечно. Уже лучше они достанут церкви, которые их очистят. Надо войти их... Так, нельзя, а вот... Выкупать вполне. Но не продавай все. Ведь несколько осколков одного типа усиливают друг друга. Но в такой момент эффект достигает максимум. А что еще важнее, если носить с собой много осколков, то рост кристаллов в твоей теле ускорится. Но с этим я так-нибудь разберусь. Я все равно рекомендую тебе продавать лишние осколки, это приносит хорошие деньги. Ладно, спасибо, что помогаешь. Вроде бы все, хороший взгляд. Так, взгляд, что есть на продажу. What are you looking to buy? Давай сначала по деньгам. Мне золото 2000. Зелье лекарства восстанавливает немного маны. Лекарство изготовлено из организма яд. Противоядие. Святая вода. Благословение. Вода снимает проклятие. Размягчитель. Лекарство возвращает гибкость окаменевшей плоти. Яд. Вещество, отравляющее вас и некоторое время отнимающее здоровье. Вещество, отравляющее вас и некоторое время отнимающее здоровье. 2000. Смысл его покупать. Путеводный камень. Вот путеводный камень, да, можно купить, потому что он телепортирует типа. Панацея. Лекарство, что рассеивает все недуги. Так, мука, знак, который... Давайте сразу буду так смотреть. Зла, который есть почти в каждом доме и нужен для многих блюд. Свежие куриные яйца, так, желток можно брать пальцами. Сахар, корица, приправа с уникальным ароматом из коры особой породы, дерево, молоко, свежее молоко со всеми нужными питательными веществами, красная фасоль, сорт бобов, выращенный на востоке, используется в десертах, какао-бобы, ароматический боб с горьким вкусом. Так, пекарный порошок, порошок, от которого поднимается тесто или пропадает пятна в чашках, посевная кукуруза, посевной рис, картофель, это было. Алкагест. Розовый растворитель нужно для разделения преобразовательных материалов сера. Руда, используемая в алхимии. Селитра. Руда селитра. Ртуть. Частый алхимический материал. Сульфат. Жидкая кислота. Порох. Порошок, который быстро горит и взрывается, полезен, но теряет актуальность. Так, аккуратное обращение. Эктоплазма. Мягкое астральное вещество. Бронза, хлопок, галит, 8-битная монетка. Цена монеты, которую можно найти в обращении. 8-битная редкая монетка, которую можно найти в обращении. Крайне редкая и ценная монетка, которую можно найти в обращении. У меня есть, конечно, маленькая, так сказать, догадка, что они делают. Типа, это 8-битная монета. 16 и 32, то есть оно превратит в игру какой-то из этих. То есть мы сможем, понимаете, режим переключать типа между 8-битный и все такое. Ключи. Чего? Вау. Так, боевые сапоги. Боевые сапоги украшены железными пластинами. А смертельные сапоги. Сапоги. Так, ассасина, внутри спрятаны ножи. 14 нож. Рапира. Нарушенный меч для колющих ударов. Эспадрон. Дуэльная рапира. А, у меня как раз на нее денег хватает. В принципе, то же самое, что и у нас. Палаш. Короткий меч. Длинный меч. Так, любимый солдатами. Булава.
Может, длинный меч купить? Да, смотрите, видите, типа, по урону. Ну, типа, плюс один. Булава, такие дубины используют солдаты. Моргенштерна. Шип оставь булава, напоминающий звезды. А вот у нас наш палаш. Ну да, 17. А почему у меня, типа, тут атаки 17, но у меня написано в параметрах 14? Чем это связано? Пеликус. Огромный топор с двумя лезвиями, созданный для заготовки древесины. Бламберг. Большой меч с волнистым лезвием для нанесения смертельных ударов. Я могу... О, тупой лезвие, типа. Так, работа давно забытого оружейника. На даче. Длинный клинок им используют как овальный на Дальнем Востоке. Я бы купил на самом деле это... Подожди, здесь два вида урона. Чё себе? Ну, блин, плюс 2 такое. Но здесь плюс 4, типа, ну он довольно медленный, мне кажется, очень блин медленный. Здесь лучше на даче купить. Копье. Легкое копье. Копье, которое обычно используют всадники. Копье с большими и широкими лезвиями. Длинное копье. Протозад, хлыст. Мушкет. Трамблон. Ружье с широким дуэль, так на помещении. Раструб трубы. Здесь лучше это брать. Так, пули. МНУ пули. Мягко... Так, мягконосные пули без пробывающей способности. РЗ пули. Разрывающие пули, хорошие на охоте и для нанесения большого урона. Лента для волос. Простая лента, которая не дает волосам падать. Венец. Корона вставлена в нее дешевыми камнями. Шляпа гарпа. Элегантная шляпа с приподнятыми полями. Туника, кожаный нагрудник. Нагрудный доспех из дубленой кожи. У нас вот это, да? Бронзовый нагрудник, нагрудный доспех без бронзы. А, из бронзы. Сорочка, тонкое платье из муслина. Вот это лучше брать, потому что оно более выгодное. Доспехи из металлических пластин в виде чешуи. Можно купить за 400. Так, очки. Очки с простыми линзами. Очки с толстыми линзами. Дешевое простое кольцо. Ожерелье. Простое ожерелье подходит большинству нарядов. Слушайте, давайте, наверное, колечко куплю. Я не знаю, будет ли оно вообще выпадать с кого-то. Сейчас еще посмотрим, что у нас есть. Надо, типа, подставить, чтобы еще было второе кольцо. И два шарфа. Нас что интересует, ну, лично меня интересует, это либо я куплю катану сейчас, вот эту, на даче. А, она стоит 800. Ладно, я пока с палашем похожу. Здесь мне на самом деле выгоднее купить эту сорочку за 400 и кольцо. Зачем мне кольцо? Купим два. Is this right? Thank you. И сорочка. Для чего? Is this right? Many thanks. Для того, что это мне... О, забыла дать тебе кое-что. Это ключ от здания, с ним ты сможешь пойти дальше. Спасибо. Я собралась все выжившие внутри, там безопасно. У каждого свои проблемы, которые ты можешь помочь решать, если найдешь время. Но хоть чем смогу. Не сомневайся, заходи в любое время, и я буду за тобой, за тебя молиться. Что мне просто... Стой. Оп. Мне что интересует? Снаряжение? Та-та-та. Платье. Платье просто характеристики лучше немного. На единицу, как вы видите. Скорее всего, мог бы это все найти, но суть. Тут не в этом. Я купил это кольцо две штуки из-за того, что мы можем преобразовать, то есть превратить данное кольцо в другое кольцо. Как было написано. Теперь мы отправляемся в другую сторону, и там у нас мастерская. Блин, мне бы сохраниться, если здесь есть. Скорее всего, есть дальше немного. А, вот и она. Не стала восхищаться возможностями церкви. Ты только посмотри, что они для нас раздобыли. Знаю, просто невероятно. Теперь я могу преобразовать в мастерский материал, который ты приносишь. Ну, алхимию проще показать, чем объяснить. Вот у меня тут есть какие полезные материалы. Давай их преобразуем.
Ой, это халявная бронза. А что ты хотела бы трансформировать на этот раз? Слить осколки, разобрать. Создать. Нужно будет о хилах не забывать. Ой. Ни хрена себе. Стой. Это мы читали. Ножи, рапира, короткий меч, длинный меч, булава. Я могу, в принципе, создать этот, халяву. Войну, слушайте, я могу создать нагачи. Так, мушкет. Кунфу сапоги, большие сапоги. Игрушечные ботинки. Ботинки очаровательные. Так, пищащие и каждый шагом. Кукрем. Нож с... Так, изогнутым внутри лезвия. Ядовитый кукри. Ядовитый нож, пропитанный смертельным ядом. Спарда невидима. Невидимый клинок. Клинок, так, ставший невидимым благодаря волшебству. Длинное копье. Хлыст. Шипастый хлыст. Хлыст, усеянный шипами. Хлыст пламени. Хлыст, оставляющий за тобой огненный след. Ух ты, классно. Так, вон. Клинок рассвета. Большой меч с сильным рассветом внутри. Так, синее небо. Окровавленные сапоги, боющие за свои силы падающих небес. Так, арктические ботинки. Сапоги используют силы льда, такие наносят героини. Так, спасшего родину. Алиандр. Ботинки алхимика для званых и незваных гостей. Так, оружие щит. Оружие, которое работает как щит. Скрытое орудие. А вот это смотрите, за эти биты. Ни хрена себе. Ну, типа они же дешевые. Ну, я имею по эффектам. Хикари. Меч, изготавливающий зло божественного света. Луник. Так, лунный свет, воплощенный в клинок, отражает истинную суть сердца. Божий крест. Меч, так, наполненные стороны силы, дают силу в трудное время. Но здесь довольно много эффектов. Меч Эйо. Меч одного правителя вселенной, его сила ослабла. Очень сильно ослабла. Крошечный хрусталь. Загадочный сломанный длинный меч с наложенным кристаллами проклятия. Как призматическая сердце. Странный, так, стержень из другого мира, камень из... Испускает волшебный свет. Смертоносный. Создает орка половодец, закаленный в адских огне. Похоть аномарали. Оружие, скованное душами, изучающее очищение. Мясоруб. Жестокий и кровожадный меч смерти, безжалостен к плоти. Ну там хорошие эффекты. Тихая бура. Так, оружие, дающее противнику и возвращает в прохожие щита. Что? Зубило скульптора. Ледяное копье, но не секс так. Но не сосулька, прорезать любые врата. Но видите, нужна всего лишь одна штука. И это только 8-битная. Отдать так, черному дракону. Оружие, сделанное черным драконом, что влюбится в фею. Реквием Реви. С последним вздохом она вложила свою душу в оружие. Амбивалент. Хлыст, наполненный силой тьмы. Так, зарядить его, чтобы освободить его силу. Так, давайте мы, наверное, создадим с вами все-таки тот меч, о котором я говорил. А либо лучше... Ну, я просто создам, чтобы типа было. Там посмотрим. Подождите, может, доспехи есть? Шляпа пирата. Шляпа, которую носят пираты. А, нет. Берет зверя. Колпак из кожи. Шляпа ковбоя. Шляпа, которую носят ковбой, увеличивает силу огнестрельного оружия. Нихера себе. Уши кроликом. Так, аксессуар, украшающий владельца кроличьими ушками. Кольца, вот, а вот это мне и говорил. Вот, видите, нужно такое колечко, типа, чтобы создать. Ржавое кольцо. Везде, видите, нужно обычное кольцо. Ржавое кольцо. Кольцо племени. Кольцо благословения богом. Огня увеличивает огненную способность. Ледяную способность. И способность хрома. Шарфики. Шар стрелка. Шар повышает скорострельность и уменьшает время выстрела. Шарф кролика.
шарф с кроличьими мотивами, с которыми вы будете радостно скакать. А что это за эффект, я не помню уже там. Ладно, не суть. Мне нужно все-таки все из этого. Блин, я не знаю, просто палаш. 17. Гачи купить все-таки. Понимаете, у меня типа либо на гачи, либо плекус. Плекус. Одну из двух. Давайте на гачи, типа, это меч. Почему бы нет? А, типа, он мощный создаст? There, all done. Да, это готово. Окей, все, ну, все, в принципе. Как приготовить? А, у тебя можно хавчик готовить. Ну, с хавчиком я не хочу сейчас научиться читать. То есть я могу еще и осколки создавать. Давайте с этим котом разобрать. Это то, что не нужно, я могу разбирать. Ладно. Для образования предметов я буду отдавать Доминика. Она сохранит их тебе и на пункт снаряжения. Я постараюсь рассказать тебе, из каких материалов получаются какие-то предметы. Но что касается неизвестных, мне придется тебе Тебе придется искать их формулу и приносить мне. Понимаю. Эти демонические кристаллы осколков можно преобразовать так же, как и предметы. Для каждого осколка нужны свои материалы. Но это сделает осколки еще полезнее. Попробуем как представить случай. Обязательно. И еще, мы бы очень плохо питаемся неубедительно, учитывая постоянную борьбу за выживание. Тебе на клиент, то есть мне готовая еда, алхимия поможет мне с этим. Здоровое и разнообразное питание может сделать тебя гораздо сильнее. Каждый новый вид пищи даст мирян бонус к параметрам. Опа. А вот это вот сейчас полезно было стоять. Долгий день. Приготовить. Что самое полезное, это плюс характеристики. Характеристики это когда я их съедаю? Или у меня характеристики повышаются, когда я вообще что-либо делаю? Не знаю, посмотрим, ладно, потом. Нет, сможешь рассказать побольше о том, что произошло 10 лет назад? Все началось, когда Интрен богаче сместил с двух включенных и эзотерических в сторону более материальных инфекций. Исследования алхимиков и дешевых. Члены гильдии не хотели терять богатых покровителей, поэтому они вновь и вновь прочитали так. Пророчили, что в наш мир придут демоны, если люди забудут про духовное. Но людей не так легко изменить, поэтому алхимии приняли радикальные меры. Ты говоришь о нас, о скульщиках? Да, иногда мне стыдно за то, что я вообще когда-то с этим связан. Но зато ты знаешь все. Все в порядке. Спасибо, что рассказал. Окей, теперь мы можем отправляться, когда у нас уже, считайте, серия закончится. Стойте, давайте, наверное, все-таки по инвентарю. Ой, нет, снаряжение-то. Поставлю наш новый меч. И посмотрим, какой... А это плохо. Потому что с помощью палаша я доставал врагов, которые... Черт, это Ариэль плохо. Чем? Потому что я мог доставать с помощью того меча врагов, которые находятся немного выше меня. А благодаря этому мечу я только могу убивать ту... Опа, ты кто? Эй, сюда! Просто ужас. Чудовища появились, будто из ниоткуда. Мы бежали откуда со всех ног. Где остальные? Многие погибли, и мой дорогой муж тоже. Эти демоны должны заплатить убийц. Вы можете иметь драться, мисс. Умоляю вас, помогите мне, если это в моих силах. О, спасибо, меня зовут Линдес. А вас, Мириам. Что ж, Мириам, я буду собирать любую информацию, чудовищка, что на нас напали. Я прошу вас открыть на них охоту и отомстить. Ваши усилия не останутся без награды, обещаю. Так тому и быть. Мой муж будет отомщен. Так, отомстите за мужа Линдса, убив погибших его демонов. Кого убить? Смертов. Награда. Три кольца. Ёбаный в рот. Принять, конечно. Помогите моему мужу успокоиться с миром. Убейте мерзких убийц. Манать, ребят, вы понимаете, что это значит? А я вам скажу, что это значит. Это значит, что я зря просрал столько денег.
это плохо. Мне интересно, летучие мыши в одну только сторону летят? Ой, ничего тебя не убил. Тихо. Архивы. Демоны. Гигант крыс. Техан гигант крыс. Чудовищный грызун, который сопровождает свита крыс поменьше. Они топори. А летучая мышь такая злобная. И выглядит довольно уродски. А чё по графону? Он как-то хуже стал, или мне кажется? Вот здесь мне кажется. Емкость увеличена. Это хорошо. В. Это, походу, местные быстрые телепорты. Новый уровень. Да, там типа немножко хп увеличится и все. Готово. Ладно, и так сойдет. Я не достаю немного. Немножечко не достаю. О, изи. Эльфийские уши. А не смогу спрыгнуть? Нет. А в смысле там стена, слышите? В смысле там стенка? Не понял прикола. Ну ладно. Кинжал. Снаряжение. Кинжал, ну он, короче, быстрый, но понятное дело, что атака поменьше. Снаряжение, шлем. Эльфийские уши. А, это типа кольца. А, это, скорее всего, сережки, типа. Ну, уши, напоминающие о расе сильвонов. Окей. Ну, тихо, книжка. Подарок-сюрприз. Швыряйте выбранное оружие во врага. Кинжал. Мэндж Гош. Маркмен. Мандур. Пассир. Окей. Блин, ну, в принципе, можно закончить, ребят. Давайте, наверное, я в этом... вернуться. Ладно, давайте до сохранения закончим. Ух ты ж, это вороны? А это вороны. Вау, а заметьте, я бегу, оно вращается. На самом деле, из-за этого эффекта мне хочется рыгать. Ах ты ж, ё-ма, стоять. Я мог вниз, да, пойти? Это, как я понимаю, да. Но я понимаю, что здесь либо сейчас будет проход куда-то, либо это будет... Идет так. Она что-то спрятала, сто пудов. Ну не может быть, это просто так место. Не верю, не верю. Восьмибитная монета, здравствуйте, это минус 4000. Считать, я не потратил. Да ж так. Так, подождите, а у нас же, получается, еще был проход по прямой внизу, да? Типа справа.
Ого, я не... Альтер не перенес, да, кажется? Или поднимусь? Мне интересно снизу что. А, я поднимусь, нормально. Я хочу вернуться. А почему они красные? На самом деле меня это место пугает. Запрет на подземельный канал. Я хочу вернуться, нахер надо. Я передумал. Но я вижу, что оно уже разделяется, видите, на этажи. Зараза. А на заднем фоне у нас черепа. А что это за звук, типа? Как кто-то ходит? Или это типа эхо от моих ботинков? О боже. Немного криво вот это сделана платформа. Это минус на самом деле. Это скорее всего, когда я бегаю. Да, это оно и есть. Шорохи. От ходьбы. Вход. Мне музыка прикалывает. Кристалл, давай, давай, скажи двойной прыжок. Призыв не тупыря, призыватель не терпыря и отправлять его на врага. Картинки. Ваншот. 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 Ну, врагов довольно много, но не видите, типа... Ну, не знаю. Плохо то, что я не могу вверх атаковать. Типа там рубище, но там хотя бы медленнее, да, пол? Ну там как-то медленнее было все действие. Ой-ой-ой. Думаю, что за херня? Чего он такой сильный? Так, ладно, пойдем наверх. А, видите, вот здесь, допустим, мне нужен двойной прыжок. Это была мана или хп? Хорошо, три удара таким тварям. Архивы. 1000... Так, цветов. Так, обрушайте на врага несчастное количество... куличих ударов. Бац, бац. Б. А, ну я, в принципе, отсюда могу тоже забраться. Кожаный нагрудник. Наше платье... Ну, блин, кожаный нагрудник — это чисто же броня. Да, ну да. И типа он хуже, чем... все мои предметы. Здесь нам снова же нужен двойной прыжок, тот же самый. Потому это место не вариант. Вау, 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 вот это плохо. Это очень плохо. Ладно, нужно
Там, в принципе, с этих темных фармить эти. Да, крыс много, и кто из них дофига падает. Нормально. Так, мне хп мало. А вот с курицей атаку я не могу, да? Да-да, я бы сейчас мог утонуть в крови. Я понимаю, что я могу вниз пойти. Архивы, еще дневник. Так, DXS что-то там. Пытаюсь создать гомункула. Я обожаю рост вот так. Старых белых кристаллических формаций на объекте. Что они такое? Неужели это знак того, что мои исследования наконец-то пройдут вперед? Я буду внимательно наблюдать и постараюсь узнать все, что смогу. Обнаружен... Так... Мной кристалл, похоже, растет. Он медленно распространяется по трупу, который я выбрал как объект эксперимента. Это еще так чудесное вещество, не жидкое и не твердое. Когда его будет достаточно, я начну экспериментировать по выяснению так других его свойств. Давайте я сюда просто сейчас пройду. О, сохранялка. Ладно, давайте тогда я на этом и закончим с вами. Давайте сюда я сохранюсь. Сейчас выйдем из комнаты. Зайдем в комнату. Сохранись и сюда сохраним, да. И давайте на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.